Добрый день всем зрителям Живого ТВ. Как обычно, по воскресеньям в 17 часов наша передача «Точка отсчета». Сегодня 9 марта. Обычно я говорю, что у нас уникальный гость. Сегодня у нас не просто уникальный гость, сегодня у нас уникальная передача. Мы делаем совместный выпуск с операторами портала «Топ4Топ» и вместе с Живым ТВ нашу сегодняшнюю передачу снимают камеры портала для интеллектуалов. Мой сегодняшний гость – писатель-фантаст, один из родоначальников жанра юмористического фэнтези, Исаул Астраханского казачьего войска Андрей Белянин. Добрый день, Андрей. Здрасте. И, естественно, первый вопрос к автору, тем более, что этот же вопрос задавали нам на форуме «Мира фантастики». Андрей, как родилась ваша первая книга, как, собственно, пришла мысль, раз уж критики называют вас родоначальником, как пришла мысль стать основателем такого жанра? Тем более, что у нас это, в общем, никогда особенно не было популярно. Ну, в общем, как вы прекрасно понимаете, мысль прийти стать родоначальником – это уже смешно, да? Сел, подумал, а не стать ли мне чего-нибудь папой в данном случае. Отцом-основателем. Нет, все просто. Первая книжка «Рыжий полосатый» приснилась. Я ее написал, она так и осталась одной из моих таких немногих детских вещиц. А первая крупная, которая была написана «Джек сумасшедший король», она вышла в Москве в издательстве «Армада» тогда еще. Достаточно ровно прошла. А термин «юмористическая фантастика» у нас родился по выходу «Меча без имени». Это действительно официально, потому что издательство не знало, что делать с этим романом. То есть вроде бы боевик, но не чистый боевик, в технику о роботах нельзя, в научную фантастику тоже, в мир приключений не годится. В конце концов, после долгих размышлений наши пошли ва-банк и издали впервые в России специальную серию, так с лейблом «Юмористическая фантастика». Там вышла одна книга «Меч без имени», серия успешно умерла, потому что больше авторов, пишущих юмористической фантастики, в России не было. Через полгода «Меч без имени» был переиздан в фантастическом боевике, имел успех, потом вторая книга, потом третья, по-моему, на четвертой наши возродили серию снова. Переиздали там всю юмористическую фантастику. Года два над нами смеялись все остальные издательства, потому что мы делаем несерьезную литературу. Потом они стали выпускать юмористическую фантастику. Сейчас этот вал, как вы понимаете, уже просто не остановить. Это лавина. Читатели спрашивают нас на форуме, у вас на сайте официальном есть достаточно интересный раздел «Герои и прототипы». В том числе есть прототипы даже с фотографиями, по-моему, да, самых конечно. Известных героев ваших самых известных циклов. Вот читатель под ником Red Metal Cat спрашивает нас, как к вам приходят эти образы, то есть это собирательный образ, или это действительно каждый ваш новый герой имеет прототипы в современной жизни? Нет, почти все мои герои имеют реальных прототипов. Это, во-первых, мне кажется, честнее для писателя работать с живыми людьми. Во-вторых, это здорово облегчает творчество, когда ты не выдумываешь, а показываешь человека таким, какой он есть. Ну и в-третьих, мне это просто нравится, потому что выдумывать это, ну это очень сложный труд. Выдумывать, я предпочитаю писать то, что знаю, то, о чем вижу, и о людях, которые рядом со мной. Андрей, после цикла «Меч без имени», сейчас там уже три книги, да, по-моему, или четыре? Это законченная трилогия, продолжаться она не будет. Самым известным, наверное, самой известной вселенной, если сейчас так вот пользоваться фантастической терминологией, вашей является цикл тоже из нескольких книг «Тайный сыск царя Гороха». Можно немножко поподробнее, как пришла идея этого произведения, собственно, что вы хотели им сказать? Ну, видимо, изначально все-таки задумывался как одна книга, да, а потом уже появилась идея цикла, или как? Нет, нет, вот это как раз тот редкий случай, когда практически сразу задумывался цикл, сериал. А родился он исключительно из, как это сказать, из соображений зависти. То есть я читал Глена Кука, серию «Приключения детектива Гаррити», мне это очень нравилось. И я подумал, что если у них на Западе есть блистательный свой детектив, который живет там в мире гномов, эльфов, громовых ящеров, распутывает страшные преступления, то почему у нас в мире блистательных русских сказок нет своего детектива? Так получился вариант обычного московского милиционера, который попал в терем Бабе Яге и ведет свои дела против Кощея Бессмертного в царстве царя Гороха. Да, сейчас действительно очень-очень популярная серия.
Надеюсь, что еще хотя бы одну книгу в этом цикле я напишу. Вот как раз читатель, писмейкер на форуме нас спрашивает, после романа «Опергруппа в деревне» будет ли продолжение? И как продвигается дело, ну это мы, я думаю, в дальнейшем обсудим, как продвигается дело с экранизациями. И этот же автор спрашивает нас, какие новые книги из ваших циклов вы сейчас пишете? Ну, «Тайный сыск», как я говорю, я намерен написать, хотел бы написать еще одну книгу и закрыть эту тему, потому что 6 книг, в принципе, вполне достаточно уже для любого сериала. Загадывать сложно, но, по идее, хотелось бы закончить, Что касается других каких-то циклов, сейчас я заканчиваю дилогию «Казак в раю», две части, «Казак в раю», «Казак в аду». Хотелось бы закончить «Вкус вампира», то есть написать продолжение об этих героях, тоже дилогия. И, в общем-то, продолжить «Аркха». «Аркха» тоже, мне кажется, мог бы писаться 3 или 4 книги. Других пока глобальных планов нет. Ну и вообще о планах говорить всегда смешно, честно. Если возвращаться к вашей первой книге «Меч без имени», то несколько лет спустя, по-моему, на конвенте «Звездный мост» в первый раз появилась одноименная премия, которая так и была названа «Меч без имени». Ну, естественно, хотелось бы знать, собственно, саму подоплеку происхождения этой премии. И в том числе читатели на форуме нас спрашивают, кому она вручается, кто из авторов, по вашему мнению, сейчас достоин этой премии. Это была идея нашего издательства о том, чтобы поддержать молодых начинающих авторов на дебютной книге. На мой взгляд, сейчас «Меч без имени», он вручается, дай бог, уже 6 или 7 лет. Это одна из самых, несомненно, честных и правильных премий. По сути, она, правила ее вручения разделены на несколько аспектов, которые идеальны для любого молодого автора, который, так скажем, хочет получить эту премию или хочет красиво и надолго войти в фантастику. Авторы, присылающие книги в наши произведения, рукописи, те лучшие из них, которые присланы в течение года, они, естественно, издаются, и это первый этап. Из изданных авторов выбирается кто-то один, кто пользовался наибольшим читательским спросом, кто показал, что он наибольшую заинтересованность, наибольшую активность, наибольшую яркость. Как правило, к концу каждого года бывает 2-3 человека у нас, из которых уже мы там после советов, я, Роман Маршавин, мы каким-то образом... Роман Злотников. Роман, да? Злотников, да, разумеется, прошу прощения. Роман Злотников, Владимир Маршавин, главный редактор издательства «Армада». Мы как-то без особых ссор и скандалов определяем автора. Пока вот, если перечислять всех тех авторов, которым мы вручали мечи, не стыдно ни за одного. Потому что все они выросли, все они подняли тираж, все они стали достаточно титулованными, известными. Достаточно вспомнить там, ну, Зыкова можно назвать. Парень буквально недавно получил «Меч без имени», у него тираж уже пошел за 65 тысяч. Это серьезно, согласитесь. Это для молодого автора. Вера Камша, по-моему, тоже получала. Нет, она не получала, нет? У нас. Она получала Перумовскую. А можно тогда вот перечислить хотя бы 3-4 автора еще? Ольга Громыко я могу назвать. То есть тоже достаточно известный и титулованный уже, и премированный, и тиражный автор. Алексей Пехов, также награжденный разными премиями. Фрумкин, кто у нас еще, Рудазов. Ну, навскидку, вот несколько человек я назвал. Если не все 6, то мог ошибиться в ком-то. Если кого-то забыл, ребят, 1000 извинений. Вы все были достойными. С положением премии понятно. Для наших читателей мира фантастики, в общем, вы известны не только как автор юмористического фэнтези, но и как достаточно жесткий критик современных литературных фантастических премий. Я в скобках немножко расскажу для наших зрителей Top for Top. Андрей несколько номеров выступал в нашей рубрике «Трибуна» с критикой, с негативными оценками современных фантастических премий, полемизировал с известными авторами Олегом Дивовым и Александром Громовым. Можно немножко вот поподробнее вашу позицию разъяснить, Андрей? Давайте попробуем. Несколько номеров – это 2. Из них одна статья, вторая – просто развлекалка на тему, кто есть кто и каким образом можно повеселиться в этом ключе. С Димом пополемизировать не пришлось, но он человек, видимо, другой формации, логика не обладающая, поэтому тут полемизировать не стоит. С Громовым, вы знаете, первый раз на моей памяти, по большому счету, я жутко добрый человек, хорошее сочетание, вот, как жутко добрый человек, я...
Не нравится мне ссориться или влазить во все эти споры, разборки, скандалы. Единственное, меня действительно очень сильно задело в статье Громова ощущение того, что достойным писателем является только тот писатель, который имеет премии фэндома. Если у тебя премии нет, ты писатель недостойный. Стремись к премиям, и у тебя все будет. Вот, по-моему, это было, мягко говоря, торопливое заявление. Ну и также вот пренебрежительное отношение к молодым авторам, оно всегда раздражает, потому что, ну, по сути, кто из нас не был молодым автором, а как иначе войти в литературу? Ну, стариками, как правило, не входят, заслуженными классиками. Все с чего-то начинают. Нормально. Не стоит, вырастут они. Да и нормально, молодежь идет в фантастику. И имена хорошие, литература хорошая, читать приятно. Поэтому, конечно, цапнулся с Громовым. Видели все, да, было. То, что потом поразвлекся насчет МТА и ПМС, ну, это развлечение скорее, да. Это МТА – это стандартная тема, мы его часто переводим в наши передачи. Вот ПМС, да. Можно поподробнее? А ПМС я переводил как, господи… Премированный маститый старичок, если меня память не изменяет. Да, совершенно верно. Ну, мне давали там премированный мастер слова, можно ввести как терминологию. Ну, в принципе, скорее старичок, да, потому что если делиться, если так молодые есть, значит старые есть. Ну, те, кто себя узнали, они разразились кучей возмущенных статей. Молодежь, там тот же Пехов, тот же Зыков, другие подходили, жали руку, говорили, что я единственный, кто заступился за молодых авторов России. Остальные предпочли либо отмолчаться, либо... Хотя, по-моему, Панов вступился еще. Но тоже больше действительно никто. И как-то эта невнятная, скучная, нудная война между молодыми фантастами, титулованными фантастами, тиражными фантастами, она вяло так протекает. Очень мало кто понимает, что по большому счету тиражность – это всего лишь признак любви читателя. Больше ничего. Это не признак гениальности, это не признак таланта. Это не признак долговечности книги, это признак того, что тебя любят здесь и сейчас. И отрицать, и презирать эту любовь было бы глупо и стыдно, честно. Если судить по как раз статье про МТА и ПМС, большинство внутрицеховых фэндомных премий вы осмеяли. С какой вот точки зрения вы смотрите на них? То есть они вообще нужны для авторов, для подъема, для самосознания авторов? Или это действительно уже вот отмерший какой-то такой, ну что ли, показатель, который, на который давно уже никто не смотрит? Вы знаете, достаточно сложная тема, длинная тема, я бы сказал. По большому счету, когда на мероприятиях премии получают одни и те же лица, ты понимаешь, что, видимо, что-то идет не так. Когда человек увешан премиями, но его тираж стабильно 6-10 тысяч, ты понимаешь, что, скорее всего, что-то движется не в ту сторону. Как-то хочется гармонии в мире. Вот когда вроде и тиражи приличные, и премии у человека, тогда мир вообще стремится к гармонии, по сути. А перекосы в любую сторону, много тиражей, ни одной премии, куча премий, ни одного тиража, это тоже плохо. Скорее всего, с этой позиции я бы воевал. А так, ну, высмеивать премии, кто их знает, честно говоря? Я, правда, не играю в эти игры. Вы меня на конвентах-то видите когда-нибудь? Я на эти мероприятия не езжу. Соответственно, стоять как-то в очереди за премиями, в зележке за премиями. Мне предлагали, это ж тоже официальная информация, все знают, звонят там с Роскона, приезжай, получай, мы тебе вот даем премию Кира Булычева. За что? За роман «Багдадский вор». Я говорю, спасибо, ребят, очень трогательно. А почему Кира Булычева? А это премия за детскую литературу для 6-8 лет. Говорю, ребят, вы вообще издеваетесь? Вот логика есть, вот «Багдадский вор» и там 6-10 лет. А мы подумали, мы решили. Звоню Киру Булычеву, слава богу, живой тогда еще был. Он вообще ни сном, ни духом. Говорит, а я даже не знаю, что вам вручают мою премию. Меня не предупредил никто. Спасибо, трогательно. Но не стоит участвовать в такой гонке и в таких играх. Поэтому и, наверное, отношения, да, на данном этапе достаточно отрицательные. Премии фэндома не беру. Награждали в Чехии, взял. Наградил Союз писателей России, тоже взял. Другое дело. Премия Украины, как там писали, но украинских премий, к сожалению, нет. Премия Игоря Черного представляет собой грамоту, которую он лично вручает понравившимся ему людям. Грамота – это все-таки немножко другое. Выглядит она, конечно, забавно, трогательно. Получить на Украине премию за создание положительного имиджа работника московской милиции – это забавно, по меньшей мере, честно. Еще у меня есть очень хорошая премия из Украины тоже. Опять-таки, не премия, грамота.
это за воспитание патриотического духа украинской армии. До сих пор не знаю, кому об этом можно говорить, там где показывать. Дома держу, лежит листочек. Ну, это, наверное, в цикле «Тайный сыск царя Гороха», помните, там приезжали казачьи, да, казачье было... посольство, которое было весьма патриотично с украинской точки зрения. Возможно, возможно, возможно за это. Я выступал там в каких-то украинских частях, за это и наградили. И все же, по вашему мнению, Андрей, есть ли фэндомные премии как показатель успеха, как показатель достоинств авторского текста, не могут быть таким мерилом? Какие есть варианты? Наверное, все-таки есть премии от, ну, как вы уже сказали, от литературных организаций, от каких-то внешних, возможно, от церкви, там, от исторических организаций, патриотических. То есть это вот подобные премии, вот грамоты, что вы перечисляли, это может считаться такой вот цензурой или все-таки еще нет? Вы знаете, лично для меня, я еще раз подчеркну, основной критерий восприятия текста лично для меня – это читательская любовь, не что-то другое. Вот предавать любовь тысяч читателей для меня стыдно, неправильно. Считать, что у нас народ в России туп, глуп, читает не тех, не так и не потому – это тоже очень нехорошо и очень плохо. Поэтому мне кажется, что вот… Зачастую премии от общественных организаций, они иногда получаются честнее. Иногда. В принципе, совершенства здесь в мире нет. Мы все прекрасно знаем, что и ту же Нобелевскую премию вручают за чистую политику. И премии, там, я не знаю, «Дебют» у нас в стране вручают с каким-то таким автором, которых мы потом и знать не знаем, и читать не читали, и кто оно, что оно. Нашел одну дебютантку этого «Дебюта» с премией, почитал полкнижки «Мат», закрыл, отложил в сторону. Ну, возможно, это критерий премии «Дебют» вручать за ту литературу. Чем больше мата, тем лучше. Это разные подходы. Поэтому бог с ними, пусть будут. Главное, это не фактор получения премии или не получения премии. Главное, твое собственное отношение к ним. Почему в данном случае произошел конфликт с Громовым? Исключительно из-за позиции. У меня есть премии, значит, я хороший. У вас нет премии, значит, вам до меня расти и расти. Вот это абсурдно, плохо и нескромно. Хорошо, с премиями, я думаю, мы более-менее вопрос разъяснили, тем более, что сейчас это активно обсуждаемая тема, так или иначе нам бы пришлось ее поднять. Добрый Давайте ради. Теперь все-таки вернемся к вопросам наших читателей, ну и я тоже хотел об этом поговорить, конечно, о экранизации, Андрей, ваших романов. Собственно, читатели и на форуме, и в чате, вот я уже вижу, нас спрашивают про экранизации. Достаточно много было сообщений в прессе фантастической о том, что и «Багдадский вор» экранизируется, и «Казачьи сказки», и, если мне память не изменяет, «Тайный сыск царя Гороха» должен был экранизироваться. Давайте мы немножко расскажем, какие проекты сейчас уже находятся в стадии съемки, какие заморожены, какая судьба и что нам ожидать в ближайшее время. Это, в принципе, тема скорее для ругани, чем для выступления перед зрителями. Ну, давайте мягко поругаемся. Давайте мягко, да. Выглядит это примерно так. Там, уважаемый Андрей Олегович, очень хотим снять кино по вашему произведению. Вы не против? Да, замечательно. Хорошо, тогда и дальше начинается веселая суматоха. «Багдадский вор», первая компания, вторая компания, третья компания. Третья, наконец, находит какую-то сумму и делает пристрелочную фотосессию. То есть закупаются костюмы, пишется сценарий, определяются герои, определяются места съемок, после чего, ну все, а теперь мы пошли выбивать деньги, и людей год нет. Это может тянуться дольше. С «Тайным сыском» было и с одной стороны легче, с другой стороны, не знаю как, на 2 года права на «Тайный сыск» купили, заплатили, написали сценарий, заплатили за сценарий, дальше все. У людей нет денег, у людей нет канала, у людей нет средств, у людей нет связи, люди не уверены, что и как, куда. Люди обращаются в разные организации, им отказывают. Они, с одной стороны, держат права, с другой стороны, не снимают фильм. «Меч без имени». Участвовали 3 страны в съемках. В результате 3 директора там, Болгарии, российской и чешской страны не смогли договориться насчет полного финансового обеспечения. Каждый ждет, кто первым даст деньги, кто заплатит больше, каким образом будет дележка. Фильм стоит, полностью собранный, с актерами, с костюмами, со сценарием, с местами съемок, с сюжетом, со всеми фотосессиями, всем, что только можно подготовить к фильму. Единственное, что действительно сейчас сделали, и это уже достаточно успешно прошло у нас в стране и за рубежом, это в Чехии Таупиш и Димов сняли короткий получасовой фильм «Казачьи сказки», который с декабря прошлого года продается у нас по всем книжным магазинам Москвы и России.
который хорошо показывался в Чехии, получил чешскую премию за актерскую игру, который получил премию «Рамблера» как один из самых скачиваемых фильмов года. В Америке сейчас его выдвинули на фестивале игрового кино. Его купили чехи, купили болгары, сейчас вот поляки предлагают свои условия. Оказалось, что казак, как сказочный герой, очень близок и понятен всем славянам. Для них это не некий символ такого страшного казака с шашкой, который сейчас опять снова вернется и всех поставит на колени, а такой вариант воячика, солдата, который, как в русских народных сказках, вот как знаменитая сказка «Роу Мария Искусница», также просто идет по разным странам и помогает людям, которые попали в беду. Поэтому сказка удивительно оказалась интернациональной. А что обидно, то что да, один русский человек, я в фильме. Второй русский человек, наполовину бурят, Дмитрий Димов. Третья русская татарка Галина Черная. Все остальные чехи. Нам русскую сказку возвращают, снятую чехами, на чешской территории, с чешскими костюмами, чешскими актерами. Вот это немножко грустно. Был еще достаточно активный в свое время информационный прессинг, ну, много кто написал об этом, про фильм по «Багдадскому вору», который должны были в Азербайджане, по-моему, снимать. Сначала Азербайджан, потом узбекфильм. Сейчас еще какая-то компания предлагает. Ну, то есть это тоже пока все в замороженном варианте? Да, да, да. Это тоже, к сожалению, пока в замороженном варианте. Сделаны фотосессии, выбраны места, проведены все переговоры, заключены все бумаги. Все сидят и ждут, кто первый даст денег. Понятно. Ну, несмотря на такую достаточно грустную нотку, все-таки казачьи сказки вышли, можно их купить, как я понимаю, да, можно посмотреть, скачать. И кроме этого, вы же, Андрей, были участником фестиваля FXCon, посвященного спецэффектам в кино, который прошел в Чехии. Я так понимаю, что с этим фильмом, да? Да, мы показывали этот фильм в Чехии как раз на фестивале. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, собственно, что за фестиваль и в чем была ваша роль? Ну, фестиваль достаточно интересный. Мне очень понравилось это мероприятие. Фестиваль профессионалов. То есть приезжали кинематографисты, актеры и писатели, гримеры, художники, фотографы из разных стран Европы на 3 дня в Чехию, в маленький курортный городок Подебрады, где в замке проходил вот этот вот фестиваль, который делала чешская студия «Суперфантом». Делали ребята очень интересное мероприятие, очень насыщенная программа. Меня пригласили вести литературную линию, то есть показать фильм и провести литературную линию вот в связи с теми проектами, которые мы делаем с издательством «Армада» по возрождению таких объединенных традиций славянских писателей. То есть, если вы знаете, мы вот выпустили уже 2 книги из серии Андрея Белянина и его друзья, где я показываю неизвестных в России поляков, чехов, болгар. Вот сейчас будут сербы, сейчас будут, возможно, там хорватов переводят тоже. Интересно, украинские авторы новые, наши авторы, которые менее как-то раскручены. Но в основном, конечно, упор делается на иностранных авторов. Поэтому на вот такое мероприятие меня пригласили. Там были чешские гости. В смысле, ну, в Чехии проводил, чехов полно было, конечно. Были польские гости, были сербские гости. Нужно было с ними общаться, представлять книги, как-то беседовать. Очень приятно прошло все мероприятие. Особенно, наверное, это сложно объяснять все. Фестиваль насыщенный. Приезжайте на следующий год, посмотрите сами. Но особенно весело, что было это в конце всего мероприятия. Влад объяснил, что мы договорились с мэром, и мэр попросил в качестве, так сказать, оплаты за участие вот русской компании в этом деле пройти при парадом призраков по всей колоннаде. То есть это больше 100 метров от вокзала до замка практически. В течение там 3 часов Влад гримировал из всех желающих чешских призраков. Там призрак голема, призрак мертвой невесты. Из меня делали призрака турка с отрезанной женской головой. Призрак богемского кота шел. 2 мумии мотались у нас взад-вперед. Призрак замка Морисвиль бегал. На фотографиях потом это здорово смотрелось. А чехи народ, они тихие, безобидные. Вроде 9 вечера, идешь, пристаешь ко всем. Они пугаются, отходят в сторону. Осторожно. Мы-то русские, мы считаем, что если человек как-то не реагирует, значит, до него не дошло, надо поактивнее быть. Я взял эту отрезанную голову, подбежал к ближайшему ресторану, там сидела мирная чешская компания, пожилые люди достаточно.
Я им помахал в окошко отрезанной головой, покричал «Аллах Акбар». Мы когда вернулись, их уже не было. То есть вот на обратном пути мы шли, рестораны закрытые. Город вымер. Тишина, да. Через два дня были чешские статьи о том, что по Подобрадам разгуливали страшные монстры с фотографиями, впечатления местных жителей. Многие действительно всерьез как-то восприняли у них ощущение, ощущение от ислама вообще жутковатое. Вот. А тут, когда конкретно, хотя, знаете, такой пластмассовый ножик позорный, не отрежет толком ничего, но голова хорошая. Ребята, специалисты делали. Эффектно смотрелось. Вот, вот ради таких вот каких-то мероприятий ярких, когда чувствуешь какое-то родство, что ли, с ними со всеми, все равно не славяне, все равно не нам близкие, так или иначе. Пусть у каждого свои странности, ко всем привыкаешь. Стоит делать подобные мероприятия. Международные, яркие, красивые. Что ж, с киношными вариантами, с отражениями ваших вселенных в фильмах мы более-менее выяснили. Давайте теперь вернемся к другой индустрии. Не то, что вернемся, перейдем к другой индустрии. Это, естественно, индустрия компьютерных игр. Сейчас это очень активно развивающийся сегмент. Очень многие авторы и геймизируют, скажем так, свои произведения и наоборот пишут новелизации по играм. Как у вас с этим, Андрей? Есть ли задумки игр по вашим книгам? Вы знаете, абсолютно никак. Как-то у меня две или три компании брали разрешение на создание игр, потом это у них успешно провалилось. Все так осталось. Сам я ни в какие игры не играю, мне просто времени не хватает, честно. Ну, кстати, нас тут в чате спрашивает читатель Акт Эмо Уайт, по-моему, так, очень длинный ник. А, нет, читатель 4 Топер нас спрашивает. Участвуете ли вы в социальных сетях и как вообще вы относитесь к интернету? Никак не отношусь, нигде не участвую. У меня реальной жизни не хватает на интернет. То есть я пишу, мне приходится очень много ездить, участвовать в массе встреч, проектов с живыми людьми вне интернета. Ну и плюс еще служба накладывает тоже какие-то определенные обязанности. Поэтому, честно, в интернет я захожу посмотреть почту, ответить на вопросы на сайте, закрыть это дело и больше туда не нырять. Ну, то есть вы все-таки участвуете в работе интернета, вы общаетесь это с посетителями. Это считается участвовать в работе, да? Да, конечно. Ну, тогда я участвую в работе, я прихожу на сайт, отвечаю на вопросы и ухожу обратно. Если нас смотрят, они, естественно, нас смотрят, судя по чату и по форуму ваши поклонники, они будут знать теперь, где вас изловить. Ну, вот вы упомянули службу. Вначале я вас представил как Исаула Астраханского казачьего войска. Я так понимаю, что это вот эта служба, да, имеется в виду? Да. Расскажите, да, пожалуйста, собственно, как можно совместить работу писателя и службу в казачьем войске, и, собственно, какие это накладывает обязанности на вас? Ну, здесь индивидуально вообще-то. Каждый совмещает по-своему. У меня атаман с головой, в принципе, поэтому... Там, грубо говоря, дежурствами по городу с нагайкой меня не утруждают, честно. Вот. То, что вот мы сняли «Казачьи сказки», фильм позиционировался на больших казачьих кругах. Мы на съемочную группу получили медали и почетные грамоты от Водолацкого, атамана Всевеликого войска Донского. Знаете, даже как-то трогательно так было, вот если рассматривать казачью службу, еще и с точки зрения культуры. Помните, проходил вот этот большой знаменитый фильм «Тихий Дон», снятый Бондарчуком и так далее. Вот когда бондарчукский «Тихий Дон» прошел, Водолацкий посылал официальное письмо президенту о том, что он сейчас поставит 30 тысяч казаков под ружье и придет блокировать Останкино, чтобы это безобразие прекратили. И когда мы показываем получасовую фигнюльку, которую вообще делали чехи, на тему казачьих сказок, и Водолацкий говорит: «Люба!» и выдает награды, все-таки это много значит. Это здорово. Это тоже служба. Помогаем проводить какие-то культурные акции. Сейчас вот запустили серию мультфильмов по казачьим сказкам. Первый, бог даст, увидим летом. По крайней мере, он профинансирован, и здесь можно более-менее реально говорить о том, что он будет сделан. Потому что мы все смотрим и любим вот эту замечательную киевскую серию мультфильмов «Все о казаках». Там запорожцы. Но наши-то собственные сказки ничем не менее заслуживают внимания. Они такие же яркие, такие же интересные, такие же насыщенные. Попробуем вернуться к собственным корням, к собственной культуре. Почему нет? В конце концов, это все равно происходит. Вы в свое время рассказывали, что от
казачьего войска, вам была вручена грамота или, по-моему, даже мне очередное звание за роман «Казак в раю». Я получил авиесаульские погоны именно за роман «Казак в раю», да. И за это же произведение вам была какая-то благодарственная грамота от войск самообороны Израиля, если мне память не изменяет, да? Сейчас скажу точно, от ВВС Израиля, да, я получил приглашение к ним на воинскую базу за создание лучшего образа еврейки в современной литературе. А какие вот, мы уже говорили о внешних премиях, да, о каких-то вот признании нелитературных организаций. Какие еще вот есть у вас, может, какие-нибудь благодарности или премии? То есть что еще можно показывать, вот ту самую читательскую любовь, о которой мы говорили, кроме тиражей? Ну, если о читательской любви, то да, скорее всего, я опять-таки вернусь, что вот для меня это является основным критерием премии. У меня есть подарок, я всегда одеваю на выступление часы ФСБ России, это из Чечни, из Грозного, наши ребята передали из госпиталя. Они там в госпитале читают мои книжки, это помогает выздоравливать. В любом случае, раненый человек серьезную философскую литературу в больнице не читает, ему нужно выжить, это другое. Ряд наград я имею от ФСБ России, от МВД России за разные услуги, разные участия в разных мероприятиях. Казачьи награды. 270 лет Астраханского казачьего войска за участие в жизни войска. Казачью награду имею за труды и усердие, за сербский поход, за чешский поход. Ну, из признатель от шейха Гайнуддина письмо за багдадского вора. То есть человек искренне считает, что очень мало кто из авторов пишет о попытке возможного сосуществования христианства, ислама. В основном мы с ними либо воюем, либо мы им уже проиграли и пытаемся на эту тему поплакать. А разумное сосуществование двух миров, как правило, встречается реже. От нашего владыки Ионы, от болгарской церкви, от польской, от поляков, от чехов. От чехов за, по-моему, лучший роман о вампирах. Да, они вообще вампирская страна, они это жутко любят. У них был переведен «Вкус вампира». По итогам продаж книга была выдвинута как лучшая книга вампиров. Ну, то есть вот скорее такие премии. Ну, если их можно премиями называть, да? Почему же нельзя? Действительно, признание разных организаций, совершенно разных и по направленности, и даже разных странах, да, по-моему, это действительно читательская любовь заслуженная. Ну, потихонечку время нашей передачи подходит к концу, осталось у нас буквально 5 минут. Я предлагаю нашим зрителям задавать вопросы в чате. Мы потихонечку с Андреем будем на них отвечать. Ну, минут 5 у нас есть. Вот читатель с уже упоминаемым ником Art Emma White спрашивает, как вы относитесь к исторической реконструкции, Андрей, к ролевым играм? Ну, исторической реконструкцией, честно, никогда не занимался, врать не буду. В ролевых играх также не участвовал. Это разве что в нашем детстве казаки-разбойники, все ролевые игры, дальше не ходил. Вот. А мне приятно, что существуют ролевые игры по мечу без имени, по тайному сыску и по вкусу вампира. Это я читал отчеты, смотрел фотографии, думаю, это интересно. Ну, сами не были, не участвовали? Сами не участвовал, но ребята регулярно присылают какие-то фотографии, отчеты, отзывы, впечатления об этом. Это вот приятно и интересно, да. Читатель с ником «Злобный вампир» интересуется у вас, Андрей, во сколько лет вы начали писать и сохранились ли ваши детские рассказы? Рассказы детские, к сожалению, не сохранились. Писать начал в 7 лет. Это печально. Сохранились какие-то детские стишки уровня школы, по-моему, с 3 класса. Это еще где-то, надеюсь, у мамы лежит. Еще на форуме нам задавали вопрос по багдадскому вору. Насколько вы основывались на известной книжке Соловьева? То есть была ли она для вас там настольной книгой, или это просто был ремейк, или вы толкались просто от этого произведения про Хаджуна Средина? Или вы просто использовали ее как источник материала? Нет, ни то, ни другое, ни третье. В данном случае мой багдадский вор – это абсолютно свое естественное произведение, потому что, ну согласитесь, Хаджуна Средин – это народный герой. Невозможно узурпировать одному автору права на героя народных легенд.
Поэтому там отсылки к Соловьеву, они идут у меня по всему роману, но они идут именно в плане того, что, ребята, не надо эти две вещи сравнивать. Соловьев писал одно, я пишу совершенно другое. Было бы наивно также предполагать, что какой-то из авторов может вот сейчас, после написания «Тайного сыска», там очень многие писатели стали писать про Бабу-Ягу, про Кощея Бессмертного. Мы же не будем говорить, что вы взяли героев у Белянина, это наивно. Вот. Народные герои, они народные герои, принадлежат всем. А «Багдадский вор» — это своеобразная история, построена совершенно не на соловьевской тематике, на другом подходе к литературе. Насколько я понимаю, никто не обвиняет в том, что вы взяли героев. Просто да нет, речь не об обвинении, конечно. Спрашивают, нет. Использовали ли вы эту книгу в качестве первоисточника. Я читал эту книгу, я знаю эту книгу, она у меня есть. Но вообще очень трудно, когда я сажусь и пишу какую-либо вещь, вот все, что похоже на эту вещь, я просто отбрасываю с своего стола. Я этого не читаю. К примеру, если я пишу «Тайный сыск», я не читаю ни одного детектива вообще, никаких авторов, даже классику Шерлока Холмса. Не читаете вообще или в тот момент, когда пишете? Вот в тот момент я не читаю никаких детективов, голова должна быть чистой. Если я пишу «Аркха», я принципиально не буду читать никакую фэнтези, я забью себе голову детективами, поэзией, исторической литературой. Если я пишу «Охоту на гусара» как историческую вещь, я гарантированно не возьму в руки ни одного исторического справочника. Потому что все должно идти свое собственное. Все лишнее, что от других авторов, зачастую мне лично скорее помешает. Что ж, время наше истекает. Хочу сказать большое спасибо нашему сегодняшнему гостю, писателю-фантасту Андрею Белянину. Спасибо, что нашли время поучаствовать в нашей передаче. Также хочу поблагодарить клуб «Трамплин», в котором мы проводим нашу сегодняшнюю уникальную съемку. Это, клуб находится на 3-й улице Ямского поля, владение 2, корпус 12. Желающие почувствовать атмосферу могут посетить, посмотреть. А мы, к сожалению, наверное, к большому наших зрителей, завершаем передачу. Следующая наша встреча состоится через 2 недели, 23 марта, как обычно, в 17:00. Всем до свидания, большое спасибо. Спасибо, до свидания. Пересечемся.